Всем привет! Вы на канале «Секреты моей кухни». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Сегодня приготовим вафельный тортик со сгущенкой. Это отличный вариант очень быстрого, вкусного и легкого десерта. Такая вкусняшка понравится как детям, так и взрослым. Для приготовления крема необходимо мягкое сливочное масло немного взбить миксером, добавить вареную сгущенку и взбить миксером в однородную массу. 200 грамм крекеров со сливочным вкусом перебиваем блендером в крошку. Туда же отправляем и 100 грамм подсушенных в духовке грецких орехов. Крошку соединяем со сгущенкой. Хорошо все перемешиваем. Это и есть наш крем. Количество крема рассчитано на 5 вафельных коржей. Перемазываем каждый корж нашего торта. Выкладываем крем сверху и разравниваем. Количество продуктов для приготовления такого торта описано внизу под видео. Смазываем верх торта кремом и посыпаем крошкой. Такой тортик лучше есть охлажденным, поэтому перед подачей на стол поставьте его в холодильник на 20 минут. Он очень хорошо режется, и для удобства ему можно нарезать небольшими порциями. Пишите комментарии, понравился ли вам такой вариант вафельного тортика. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.